Мечта о новой квартире в будущем превратилась в кошмар в настоящем. Спать под звуки бетономешалки и отскабливать куски грязи от окон жителям улицы Загородной придется как минимум год. Площадка перед домом номер 37 по улице Загородной превратилась в настоящую зону бедствия. Когда-то местные жительницы растили здесь цветы. Теперь это превратилось в грязевое месиво. Вот эти машины, которые вы видите, принадлежат не местным жителям, они принадлежат работникам стройки. Но главной проблемой остается шум, который не прекращается до поздней ночи. К окну стараюсь не подходить, потому что только машины я и вижу. Больше ничего, вот эта вот грязь под окном, шум по ночам. До 2 часов шумит стройка. Когда в 2016 году забивали сваи для строительства первой многоэтажки, по домам старого фонда, расположенных в 100 метрах от стройки, пошли трещины. Дорога от непрекращающегося потока машин была размыта, а в окна первого этажа полетела грязь от колес. Заезжать по нашей дороге, ладно бы они проехали. Заезд начинается в 5 утра. И вот где-то вот с этого времени, пока ждут заезда своего, они в очередь становятся, наши дома просто грохочут. Первые дома планируют ввести в эксплуатацию в начале 2018 года. Но попадут ли жители дома номер 37 под расселение именно в эти многоэтажки, пока не ясно. Застройщик сам определяет долю квартир и очередность переезда при реновации каждого квартала. Площади под застройку отданы внушительные – 62 тысячи квадратных метров. И в будущем предполагается строительство еще 4 домов, которые пока в проекте. Надо понимать, что чем быстрее построятся новые многоквартирные дома, тем быстрее будут расселены старые. Ну, жителям нужно набраться, на самом деле, терпения. Ну, вот, в случае, если их что-то будет не устраивать, естественно, можно обращаться в администрацию. Мы каждое такое обращение рассмотрим. За нарушение закона о тишине компанию застройщика штрафуют. Но шум по ночам, как уверяют жители, не утихает. Строители объясняют это тем, что процесс заливки фундамента на данной стадии прекращать нельзя. Такова технология.